Оранжевы узровень небезопасности связаны с мощным ветром, обвешаны у Беларуси. Несприяльные умовы надворья закрануть у Тымлику и Гродинщину. Так у области уже сегодня чакается паўднёва-заходний ветер 5-10 метров у секунду. У другой половине дня порывы ветру, отзначают синоптики, могут досягнуть 15-20 метров у секунду. Сильный ветер сохранится и в среду, и в четверг. В ближайшие сутки по области и в городе Гродно порывы западного, северо-западного ветра ожидаются 15-20 метров в секунду. А также ночью и утром на большей части области 25 октября. Вартавальники попереживают про небезопасность, якую тягнет за собой такое надворье. Обрывы линий электропередач, перекуливание рекламных щитов, пошкоджение даху и падение дрыв. И призывают принять все необходимые меры для того, как позбегнуть неприемных наступствов непогоди. До слова, на ближайшие дни синоптики прогнозуют дожди, максимы навод мокрый снег. Температура поветра 24 и 25 кастрычника плюс 4 плюс 9 градусов. Ночью 25 кастрычника местами по области температура поветра понизится до нуля минус 1.